в ритме вальса, румбы, пасодобля и не только. В республике выбирали лучшие танцевальные пары. Более 1200 спортсменов приехали побороться за кубок головы Чувашии. Михаил Игнатьев, кстати, был в числе зрителей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Считанные минуты на паркете и часы подготовки к турниру. Прически, макияж, яркие наряды. В этом виде спорта нет мелочей. А еще в танцах, уверяют ребята, крайне важны отношения в парах. Самое главное – понимать друг друга. Тимофей и Валерия – фавориты команды республики. Ребята уже становились чемпионами региона и сейчас настроены на новые победы. В паре мы танцуем где-то 3 года. Часто перед самим выходом подбадриваем друг друга словами, а в танце как бы уже там идет либо взгляд. Побороться за награды Кубка главы республики приехали танцоры из 10 регионов. С каждым годом турнир становится все больше узнаваемым. Если раньше мы собирали ПФО ближайшие области, да, то на сегодняшний момент Москва, Московская область, Санкт-Петербург, где хотят обкатать свою программу. В программе турнира самбо, румба, пасодобль, квикстл, ча-ча-ча. За день пары выходят на паркет до 30 раз, постоянно сменяя наряды. Для победы необходимо выложиться на все 100 и постараться не заработать штрафные баллы. Глава региона поблагодарил за работу тренерский состав и судей. Просто прекрасный вид спорта сегодня востребован. Здесь я хочу отметить на самом деле объективную, эффективную, результативную, профессиональную работу всех судей. Давайте мы... Кубок главы республики дал старт танцевальному сезону. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату страны, который пройдет в конце октября. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.